Сегодня пришла петунья, на сдэке получила. Петунья гигантская, гигантских размеров, ампельная. Петунья Tidal. Имеет она серия Tidal. Две расцветки пришло, Silver и Purple. Вот хочу пробную партию сейчас посадить. И сейчас вам все покажу. Одну емкость я уже набрала грунтом. Сейчас вторую наберу. Видите, емкости я использую небольшие. 12 на 17, по-моему, я где-то уже рассказывала в видео. Так, укладываем грунт. Выравниваем. Поверхность надо, чтобы была ровненькая. Так вот. Притрамбовываем чуть-чуть. Грунта много не берем. Вот высота этой емкости 5 сантиметров. Где-то 2-3 сантиметра это максимально. Грунт в емкости для посева собрали. Выровняли. И теперь хорошо-хорошо увлажняем. Ну, чтобы прям стекало не нужно. Ну, грунт должен быть увлажнен. Почему мы хорошо увлажняем? Это для того делается, чтобы до самых входов не поливать, ничем делать. И желательно еще некоторое время потом не опрыскивать, чтобы была высокая влажность. Ну все, вот я хочу показать. В таких емкостях прям вот видно. Вот видите, увлажненный грунт. И видно. Потом мы еще семечки раскладем и еще немножечко увлажним. Емкости для посева у нас подготовлены. И сейчас мы... Сегодня у нас, кстати, 28 декабря 2023 года. И мы с вами посеем пробную партию петунии гигантской серии Tidal. Которая, напомню, разрастается до 1,5 метра в диаметре, если ее посадить в открытый грунт. Если мы с вами Tidal петунию посадим в большую бочку, то также результат будет шикарнейший. То есть... Ей требуется большой объем, тогда она покажет всю свою красоту. Вот таким нехитрым способом, несколько этих семечек пробных я посеяла. Посеяли, и после того, вот видите, там маленькие точки, это семена. После того, как посеяли, еще раз увлажняем, чтобы наши гранулки растворились. Растворяем гранулки и придавливаем водичкой грунту семена. Все, теперь накрою и отнесу в теплое место под подсветку. Спасибо за внимание.